Фух, ребят, подождите. Давайте успокоиться. Привет, друзьяшки, котятки, меня зовут Варя. Сегодня мы играем в игру Roblox, карта Brobhaven RP. И сегодня видео о том, как я провожу свою жизнь в Brobhaven. Ну и, конечно, все начинается с того, как я просыпаюсь. Я включаю свет, открываю шторы. Я иду чистить зубы, ребят. Ну, это все люди делают, я надеюсь. Я чищу зубы своей щеткой. Потом я иду в свою гардеробную. И я переодеваюсь в свою одежду. Потом я спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Спускаюсь я по лесенке и достаю... Ой, извините. Так, ребят, ну что же, теперь берем машину, я, пожалуй, такая сойдет. А, ребят, что она пишет? И, кстати, ребят, спасибо вам большое за 2000 подписчиков. Спасибо вам огромное. Я вас очень благодарю, для меня это очень приятно. Вот. И, ребят, не стесняйтесь заходить ко мне иногда на сервер и сниматься за мной, потому что иногда я могу снимать. Ну что же, я сажусь в свою машину. Иногда я кушаю, но у меня сейчас кушаю дома, сама себе готовлю. Но теперь я решила... Да господи. Ну теперь я решила ездить в ресторан. Да господи, что за семья ненормальная? Она нормальная. Ну ничего, что я тут как человек нормальный. Езжу, и она к нам прям в глаза едут, глаз в глаз. Давайте вот так вот едем. Ну что же, ребят, смотрите, я еду в кафе Starbucks. Ну, ой, извини. А хватит, можешь меня подрезать, я не пойму, а? Можно, вот, я заезжаю вот сюда, на парковку. И да, ребят, теперь я решила добавлять своих подписчиков в друзья. Теперь пишите свои ники в комментариях. Потом что? И пишите свои ники прямо сейчас в комментариях, прямо вот тут вот снизу. И я их прочитаю и добавлю вас в друзья. И вы сможете также со мной сниматься. Как вот эта вот девочка. Ой, девочка, видимо, она не рада чему-то. Да, давайте сейчас возьмем все штучки наши. Итак, ребят, смотрите. Давайте возьмем что-то легкое. Что это, чай или кофе? Ну и давайте еще возьмем вот эту вот штучку. Вот этот вот пряник или что-нибудь. Девочка, давай оплачивай, а? А, ну ладно, ну там пока что счет делают. Давайте оплатим все-таки в конце концов. Вот, ребят, и, кстати, я уже потихоньку выздоравливаю. Вот, ребят, ну что ж, садимся на стул. Давайте обедаем. Кушаем вот так вот. Никого не слушаем. Кушаем, кушаем, никого не слушаем. И дальше я хочу... Ну, не знаю, дальше я уже по своим планам, я не всегда это делаю, но... Сейчас я хочу съездить в магазин, купить себе новых продуктов. Почему-то парковка открыта. Или что это, шлагбаум? Не знаю, как это называется. Наверное, гараж. Вот так можно сказать. Ребят, ну что ж, садимся в нашу машинку. Машинку. Машину, блин. Ой. Ой, извините, пожалуйста, за этот ник. Если вы его прочитали по-русски, извините, пожалуйста, я не виновата, что у меня такая подруга с таким ником. Ну, дальше, пожалуй, я решила съездить... да, в магазин я хотела точно. Едем.
Ау! Ребята, извини, пожалуйста, просто максимальной скорости. Все, ребят, теперь мы идем в магазин. Вот он как раз тут недалеко. Берем телегу. Ну, давайте возьмем мороженое, конечно же. И чипсики возьмем. И давайте... Ой, не ту шоколадку. Я беру вот такую шоколадку. И давайте возьмем вот такие вот фруктики. Да, фруктики. Ну, пицца нам не пригодится. Берем молоко. Ну, давайте еще колу возьмем ради прикола. И идем сюда вот. Да, господи, что там за машина странная едет? А, это мороженое. Извините. Ну что же, ребят, теперь, я думаю, можно ехать домой. И я хочу сейчас там поплавать чуть-чуть в бассейне, а потом я хочу отпраздновать, устроить вечеринку в честь того, что вы мне набрали. Помогли набрать 200 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное. Опять вы, молодой человек. Ой, ой, ой. Ну что же, ребят, теперь можно припарковать свою машину. Интересно, можно ли там машину снова утопить в этом... В бассейне можно вообще туда заехать? Интересно. Офигеть! Ребята, будьте аккуратны, пожалуйста, с этой парковкой. Вот, ребят, ну что же, давайте сейчас оденем бассейн. Оденем. Видимо, просто я что-то не то подобрала. Ладно, ребят, давайте одеваем четвертое. Вот такой у меня красивый купальничек. Вот такой у нас миленький бассейн. Давайте его фонарик еще сделаем. Вау, посмотри, как светло. Давайте еще закроем шторы, чтобы нормально смотрелось. Ладно, давайте откроем все-таки. Вау, ребят, вы только посмотрите. Вот, давайте тут поплаваем, поплаваем. Нет, давайте шторы все-таки закроем, чтобы мы подглядывали. Плаваем, ребят, вы только посмотрите, как красиво. Мы плаваем с вами. Ладно, ребят, я думаю... Мы уже наплавались, можно сейчас подниматься. Так, ушки. Так, я не понял. Не понял. Каблингу мама. Нет, только не говорите, что она сейчас будет взлететь. Нет. Ну все, ребят, поднимаемся на самый верх. Так, я надеюсь, она сейчас там не пробралась к нам в дом. Ладно, не будем обращать на нее внимания. Давайте сейчас пожарим еду. Это что сейчас было? Я слышу, что кто-то что-то взорвал. Это что, возле моего дома? Вот. Ребят, вот только посмотри. Ой. Смотрите сюда. Она нам мстит. Ладно, ребят, видео скоро будет подходить к концу, поэтому не будем обращать на это внимание. Или, не знаю, будем продолжать, наверное. Не, ну, ребят, если это будет продолжаться, то я сейчас засниму прямо на видео, и вы увидите, как я от этого страдаю. И меня, если честно, это практически всегда. Давайте в зеленый так покрасим. Смотрите, как красиво. Давайте еще пожарим еду. Давайте вот такое вот сделаем. Я думаю, 500 это самое то. Так, в моем доме никого нету. У меня машина закрыта, она может ее не удать. Давайте сейчас будем следить. Так, подожди, давайте закроем. Она сейчас будет у нас в доме просто ходить. Будто это ее дом. Так, ну вроде бы сейф я заранее открыла. Я надеюсь, что она нас не ограбит. Вот, давайте выключим уже.
вот давайте выключим вот это, вот, допустим, типа мы это взяли, покушали и пошли вниз. Давайте, давайте вот так вот откроем это. Ой, 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 ой. Так, ребят, нам сейчас просто надо свалить от этого дома. Сейчас нам надо просто далеко. Блин, я еще в какой-то дом. Сейчас мы просто сбегаем. Сейчас просто удаляем дом. Типа мы вышли из игры. Делаем вид, что мы вышли из игры. Нам сейчас просто надо сбежать, ребята. Ребят, не волнуйтесь, мне это не в первый раз. И это, если честно, прямо на видео. Нам сейчас надо скрыться. Срочно. Делаем вид, что мы вышли из игры. Так, нам надо замаскироваться, нам надо замаскироваться. Так, сейчас, ребят, у меня просто ноги дрожат. Так, все, 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 все. Так, ребят, мы сейчас превратились в маленькую девочку. Ребят, не волнуйся, маму я не буду искать. Я просто сейчас замаскировалась, чтобы нас не узнали. Фух, ребят, подождите, дайте успокоиться. Так, что там, кстати, на 23-м происходит? А, на 20... На 20. Так, на 20. Короче, ребят, значит что? Не волнуйтесь. Я так и знала, что она нам будет мстить, конечно, ребята. Но я надеюсь, когда я вам отказываю, это не вы мне мстите. Мстили, я надеюсь. Просто, ребят, когда вы ко мне подходите и там здороваете, я говорю, уходите, я на это не настаиваю. Ну, просто это значит, что я занята, у меня сейчас нету времени на это. Вот, ребят, давайте вот сюда вот спрячемся, чтобы нас не увидели. Вот, ребят. Ой, ой. И поэтому... Это нормально, это... Я просто пытаюсь как-то вас, чтобы вы отошли, потому что у меня там сейчас могут быть проблемы также. Это всякое. Вот, ребята, я думаю, многие видели такое шоу, где такая кошка лежала, и вот там приложи ухо к динамику, вот. Я думаю, много это видели, и, если честно, вот эта вот кошка, которая там, если честно, это была моя кошка. Это была моя кошка, ее звали Нюша. Ее звали Нюша. Вот, если честно, она глухая, у нее... Глаза разные, один зеленый, другой синий. Вот, она турецкая ангора, она белая, как вы видели. Вот, если... Так, подождите, нам сейчас город будут портить, я не пойму. Но 100% это та девочка. Кстати, а это случайно не она? Да почему просто такая маленькая девочка, главное, чтобы она нас не нажала. Так, ребят, ну что же, давайте прощаться. Если вам... Ой, давайте лучше с дороги уйдем, а то нас еще раздавят. Итак, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видосики. Всем пока-пока, вжух!